В Соединенных Штатах Америки, в данном случае в нашем округе, округе Сакраменто, с населением у нас отношения довольно хорошие. Сейчас приближаются праздники, поэтому очень часто в наших зданиях, в полицейских участках можно встретить детей или же просто население, которое приходит, несут что-то печеное, какие-то подарки делают, благодарят за работу и так далее. В основном, ездя по району, нету такого часа, чтобы кто-то не помахал, кто-то не поздоровался, кто-то, может, даже не остановил, сказал спасибо, что вы есть, предложил стакан воды или пепси или еще что-то. Как вы видите, это наша обыкновенная патрульная машина. Ford Crown Victoria, 8-цилиндровый двигатель усиленный. Несмотря на то, что эта машина частично похожа на так называемые американские кабы, такси, эта машина вообще другого сбора. На ней другой мотор, другой радиатор, другие тормоза, другая подвеска и так далее. Все колеса на нашей машине не латаются. То есть, если мы получили прокол, будь то из-за гвоздя или из-за какого-то пореза, на полицейские машины устанавливают новую резину. Наши машины служат в среднем 3-4 года, то есть приблизительно в 100 тысяч миль, это 160 тысяч километров, машину списывают, и офицер получает другую машину. То есть каждый офицер в среднем в 3-4 года получает новую машину. Машина закреплена за офицером, то есть нету такого, что старший офицер ездит на лучшей машине, а младший ездит на хуже машине. Если машина закреплена за офицером, то она будет за ним закреплена до тех пор, пока эту машину не спишут, и что в том случае офицер получит новую машину. Если офицеру нужно свою винтовку получить, то во время подъезда к тому или иному объекту он просто нажимает кнопку, открывается замок, и винтовка вынимается и готова к бою. Также все наше вооружение в некоторых случаях не имеет патронов в патроннике, но такие вещи, как наш пистолет, который у нас на ремне, во-первых, патрон загнан в патронник, готовый к стрельбе, и во-вторых, пистолет не находится на предохранителе, то есть он в боевой готовности в любое время. На данное время я являюсь офицером патруля уже более 10 лет. В наши обязанности входит все, начиная от выезда на какие-либо звонки, включая убийствами. Патрульная служба в американской полиции – одна из самых интересных работ в полицейском департаменте. Это те люди, которые выезжают на все самые опасные горячие вызова. Уже когда, как говорится, все утихло, тогда могут подключаться другие работники полиции. Патрулируя наши районы, мы уделяем очень много внимания школам, прохожим, транспортному движению, для того, чтобы постоянно знать, что все проходит в нормальном режиме и никому не нужна помощь.